Здравствуйте, друзья. То, что вы видите, это яичная скорлупа. И мы будем некоторые действия сейчас с ней производить, которые позволят использовать эту скорлупу с пользой. Вот нам Светлана скажет, Света, что вообще будет происходить? Значит, моя сестра давным-давно использовала яичную скорлупу для того, чтобы получать оттуда кальций. Так. Мы знаем, что кальций не очень хорошо усваивается организмом, но вот пишут всюду, что и на интернете это можно прочитать, что кальций, полученный вот таким вот образом из скорлупок яичных, что он как бы лучше усваивается. И, собственно, нам в нашей диете тоже посоветовали. Да, и мы продвинулись дальше, чем использование просто скорлупок. У нас тут целый процесс, вот, которым мы сегодня и поделимся. Вот, друзья, вы видите обычную кофемолку. В эту кофемолку первым делом загружаются шкарлупочки, так, и сейчас их будут перемалывать. Ну, давайте. Я хочу сказать, что помимо того, что мы их перемалываем и вот там складываем в блюдечко, вот, мы на самом деле их потом упакуем в такие пилюли специальные. Капсулы и называются. Капсулы. И вот эти капсулы, вот они тут лежат у меня на столе, вот, вот такие капсулы. Мы эти капсулы потом с помощью агрегата, вот вы видите агрегат, как бы сделаем их настоящими такими прям, можно сказать, медицинскими такими капсулами. Можно так бы я выразился. Вот и дальше можно заглатывать, потому что на самом деле просто так там с кончика ложечки заглатывать вот эту пыльцу как бы не очень вкусно. Вот, друзья, кофемолка на службе человечества. Надо сказать, друзья, что скорлупа здесь не просто скорлупа, а она прошла, ну, если так можно выразиться, термическую обработку. Свет, как она обрабатывалась, скажи? Мы ее 2 часа грели в духовке. При какой температуре? 350 по Фаренгейту. 2 часа? Да. В принципе, на интернете много рецептов, да, как это делается? Не то, что вот надо изобретать свой способ. Вот, друзья, благословенная пыльца, можно сказать, получена. Сейчас мы будем ее по пилюлькам распределять. Процесс начинается с перчаточек. Хирургических. Хирургических, да. Тут у нас хирургия пойдет вообще. Вот эти 2 пакетика сейчас будут играть важную роль в нашем дальнейшем повествовании. Вы видите агрегат для пилюлизации. Распадается на несколько составляющих. Вот, и мы сейчас будем наблюдать, как это все происходит. Вот этим, видимо, уплотняется внутри пилюльки. Как ты, Свет, их называешь-то? Капсулы называются. Капсулы. Капсулизации. Значит, я купила, в принципе, капсулы продаются уже соединенные вместе. Но тогда это получается экстра работа по их разъединению. Да. Поэтому я купила их отдельно. Вот это основная часть капсулы, а вот это к ней шапочки. Они уже разделены. Так. То есть нам этим заниматься. Мешок не с надо. Шапочками как бы поменьше, да, даже. Значит, сейчас нам нужно заполнить вот эту вот ячейку. Как ячейку? Там много ячеек. Много. И тут 100 штук сразу. 10 на 10. Матрица такая. Да. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9, 10. Значит, нам нужно ее заполнить капсулами так, чтобы они все встали правильным образом. Но мне не удалось купить разноцветных капсул. Конечно, да. Разноцветные капсулы были бы намного виднее. Эти прозрачные, и их не очень видно. Вот они тут просыпаются, некоторые. Так вот, их надо просто трясти, и они сами встанут. Они сами становятся. Они не всегда становятся правильной стороной, иногда становятся 2 в одну. В общем, как-то так получается. Но их плохо видно, поскольку они прозрачные. Вот они уже тут все встали, после чего нужно их проконтролировать. Проконтролировать, правильно ли они стоят все. Я хочу сказать, друзья, может быть, не очень здорово видно, что они прозрачненькие, эти капсулы. Но вот их тут все 100, они стоят на своем месте. И, Свет, ты как-то их поставила одну на другую, да? Да. Покажи, да, что произошло. Сейчас, потому что мне вот эту штуку нужно снять. А-а-а. Вот. Эта штука, это как сито, которое их просто правильно направляет. Я понял. То есть вот они теперь остались вот в держалке своей. Да. Так. Перчатки, друзья, очень удобные, потому что они скользючие.
эти так, капсулы, поэтому в перчатках гораздо удобнее с ними работать. Насыпается порошочек. Потом он с помощью такой пластиночки, значит, мирно распределяется по ячейкам, по будущим капсулам. Так. Ну, понятно, процесс несложный, можно сказать, да, Свет? Сложный процесс? Он не столько сложный, сколько, понимаешь как, все-таки эти порошок, он не совсем уже такой идеальный порошок. Ну да, да, порошок не идеальный. Да, и с этим у нас будут проблемы с тем, чтобы закрывать эти капсулы, понимаешь, потому что он попадает всюду на те места, где они закрываются. И, ну, понятно, да. Ну, во всяком случае, если сравнить это с тем, чтобы по одной капсуле вручную наполнять, да, то, конечно, производительность труда намного выше. Да. Вот при таком процессе. С точки зрения употребления, мы одну капсулу с утречка употребляем. Как у нас идет процесс? Мы по одной капсуле с утра. Но, может быть, надо их несколько раз в день. Потому что те сапплементы, которые продаются в магазине, они продаются... Добавки. Да. Они продаются в очень большом количестве, именно потому что кальций не усваивается. Угу. И их нужно вообще заглотить невозможно. Там огромные капсулы, огромного размера. И их нужно еще и не по одной принимать. Теперь, Свет, что? Теперь мы берем вот эту вторую часть, в которой должны быть крышечки, да? Так. Мы соединяем точно так же вот это вот сито фактически, которое позволяет им правильно тут разложиться. И должны проделать ту же самую процедуру, только с крышечками. А, то есть мы должны как бы раскидать крышечки. Раскидать крышечки уже по этим ячейкам, да. Да. Вот у нас есть еще один такой инструмент со штыречками. Это как бы для уплотнения, да? Да. Ну что же, хорошо, уплотнили. Так. К сожалению, некоторые вылезают. А как так они вылезают? Ну и когда колпачки сверху готовы для того, чтобы соединиться в едином порыве с колпачками снизу, вот тут, да, так нажимаю, там на пружинках все, видите? Все на пружинках, вот такой жестокий, брутальный процесс, друзья. И вот жестоко, брутально жмем и будем ждать результата. Ну что, друзья, красивая картинка. Подожди, Свет, не нарушай гармонию. Я так вот покажу с разных сторон. Мы видим, что немножко по наполняемости они слегка отличаются, но, в общем-то, мы так почти без потерь вот заполнили 100 пилюль. Здравствуйте, 100... Как ты их называешь? Не пилюли? Капсулы. Капсулы. Здравствуйте, 100 капсул. Ну, давай. Сейчас Света подденет рыженькую эту пластинку ножиком. Вот. Да. Ну, потому что тут все это, сами понимаете. Трение большое. Трение от пыли вот этой вот кальциевой. Да. И мы сейчас увидим, как превращаются брюки. Брюки превращаются. Оп. Готово. Три капсулы остались там нас дожидаться внутри каким-то образом. Ну, надо будет вручную их потом, да. Надо будет их вручную дозакрывать. Друзья, сами понимаете, технологии не идеальные. Вот, может быть, при производстве микросхем еще больше. Там, значит... Отходов. Да. Так, и вот что у теперь? У нас пилюльки получились, да? Вот да, снизу, сверху. Снизу. Вот я могу их рукой немножко... И в кап, и в баночку. Вот они, чтобы все закрытые были. То есть ты так проверяешь. Ну да. Quality control такой в конце, да. Оп. То есть какой-то ресурс там подвигать. Ну да. Все. Ну, во всяком случае, это не то, что в руках набирать. Для меня самое главное было, что я думаю, как же засыпать-то их. Друзья, я вам скажу, это такое... совершенно не то же самое, как, например, без пилюли глотать порошком с водой. Знаете, так вот, я брал чайную ложечку поначалу и так вот и водой запивал. Никакого удовольствия. А так капсулы вообще не чувствуются. Совершеннейший поцелуй без любви у нас получался. А так с капсулы проглотил, даже не знаешь, так, вот тут открылось, что там такое. Попробуем ее достать и закрыть. Вообще, эта капсула не очень хорошая. Я видела где-то на картинках, но не видела, где продаются. Цветные капсулы, они более плотные, они лучше
одеваются друг на дружку? Это же мягкие очень. Ну, друзья, главное начать, знаете, во всяком деле. Главное начать. А дальше уже можешь превратиться в предприятие там какой-нибудь фармацевтической промышленности, неожиданно для себя. Ну, это уже через. Да, да. Нет, я не про нас с тобой, я бы в целом. Хорошо. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся вот на этом месте, где капсулы перебираются в баночку.